Из всех цветов палитры один лишь только серый. Всего оттенков серого примерно 50. Когда-то это кончится. С такой живут все верой. Я думаю, вы поняли. Я говорю про март. Все, что причастно к марту, и в строчку не поместится. Депрессия, уныние, апатия и лень. Еще и денег нету почти с началом месяца. Ведь только в марте есть международный женский день. А под ногами даже не лужи, больше моря. Наступишь и провалишься, возможно, в полный рост. Когда ж все это кончится? Напиться, что ли, с горя? Тьфу, тоже не получится, ведь тут еще и пост. Мороз не отступает уже почти полгода. От холода, от этого депрессия у всех. Но тут вдруг солнце вышло, наладилась погода. Через минуту выглянул, тьфу ты, опять, блин, снег. Отправлюсь-ка на шопинг, вот он меня заводит. Покупки — это круто, вот это я люблю. Вот только обстоятельства весной весь шопинг сводят. К приобретению разве как оцело стараплю. А ямы на дорогах все глубже и все шире. Влетишь в такую яму, и нету двух колес. Но ты стоишь довольный, ну хоть не все четыре. А то домой машину на плечах понес. У всех сейчас депрессия, у всех сейчас уныние. Такой сейчас период, бесись или не бесись. Но едешь по Чернавскому, там рыбаки на льдине. И тут вдруг понимаешь, хоть кому-то заебись.